Приветствую вас. У каждого комплекса есть своя причина, есть свой такой пусковой триггер, есть свои причины и есть свои особенности, есть своя характеристика. Знаете, вы называете достаточно много комплексов. То есть первое — это грудь, вторая — это кривые зубы, третье — это прыщики на лице, небольшие, но ощущаете себя ужасно. И в целом вы знаете сами себя, а также боитесь, не знаете, как себя показать. Как начать разговор, вдруг я скажу привет, а вас просто пошлют. То есть первые, вот первый ряд комплексов, это связано с вашей оценкой самой себя, с вашим принятием самой себя, с вашей самооценкой, с вашей безусловной любви к самой себе. И, собственно говоря, это проистекает из детско-родительских отношений. То есть, вообще-то, родители изначально они приучают ребенка к тому, чтобы любить себя, уважать, принимать себя таким, какой ребенок есть и так далее. Но ваши родители по какой-то причине этого не сделали. И вот тогда возникает вопрос, почему они этого не сделали? То есть, что, по сути, вашим родителям, грубо говоря, помешало дать вам то, в чем вы нуждаетесь. Не совсем понятно, не совсем понятны и ясны мне причины такого поведения, не совсем понятны и ясны мне мотивы родителей, но тем не менее они есть, и с этим придется что-то делать. Дальше. Значит, надеюсь, понятно, что вот от комплексов избавиться вот так, сразу, за один ответ на вопрос у вас не получится. Потому что комплекс нужно прорабатывать, с комплексом нужно работать, от комплексов нужно избавляться, менять свое поведение нужно. В первую очередь нужно именно менять свое поведение. Вам нужно менять свое поведение. Вам нужно менять свое отношение к себе, я бы сказал. Вам нужно менять свое отношение к людям. И я вам скажу просто то. Значит, как комплексы образуются? Во-первых, когда-то у вас была очень сильная, яркая, травмирующая ситуация, которая не нашла выхода у вас, не нашла морального выражения, и из-за этого, по этой причине, вы остались наедине со своими переживаниями, которые у вас остались невыраженными, и они, эти самые переживания, сформировали у вас такой вот страх. Это первое. Значит, первичные переживания, которые у вас были,
нужно найти, и их нужно отыскать, и с ними нужно поработать. То есть, по сути, их нужно заново пережить. Но уже теперь под чутким присмотром специалиста, под руководством психолога, который вам поможет правильно их пережить и правильные выводы извлечь из ваших переживаний. Дальше, следующий момент, который я вам хотел бы отдельно донести. Это момент, связанный с тем, что комплекс – это неправильное понимание, неправильное понятие о том, что происходит с вами. Комплекс – это набор случайных понятий, из-за чего у вас и формируется неверное представление о том, что происходит с вами. Именно по этой причине. Именно по этой причине вы испытываете ложные, ошибочные переживания, хотя на самом деле они не имеют под собой никакого обоснования. Вот, в принципе, то, что я хотел вам сказать. Так, по поводу комплекса. Пожалуй, еще что можно вам добавить. Еще можно добавить, что комплекс является своего рода неким процессом, который достаточно автоматизирован в психике человека. Как? Вот произошло у вас серьезное эмоциональное переживание. И вы начали его испытывать, когда у вас было, некая совокупность обстоятельств. И понятно, что каждый раз, когда какое-то из этих обстоятельств с вами случается, это автоматически запускает всю суть, всю палитру пережитых вами эмоций. То есть достаточно одного элемента, чтобы вы начали испытывать привычные переживания, которые у вас были. Ну, например, вот тогда, в момент первого серьезного потрясения. И важно, чтобы разбить связь, причинно-следственную, которая есть у вас неосознанно. А для начала эту связь увидеть и разбить ее между элементами ситуации, которые запускают всю череду ваших переживаний. Для этого нужно проанализировать первичную комплексную ситуацию. Что значит комплекс? Это значит в комплексе. Совокупность случайных признаков и отсутствие единственного истинного признака и понятия. И вот это нужно вам получать. Истинные и правильные понятия о том, что происходит. Например, ваша фигура и претензии к ней – это следствие воздействия массовой культуры, это следствие воздействия моды, это следствие воздействия общественного мнения, отношения, которое вам не идет навстречу, и вы, получается, от этого общественного мнения зависите.
Когда вы говорите, например, что у вас прыщик на лице, вы понимаете, что кожа лица должна быть чистой. Но кто сказал, что кожа на лице должна быть чистой? Ведь полностью чистая кожа – это неестественно. Возникает, получается, что у вас есть идеал. Так же, как и с грудью, и с зубами. Есть идеал, на который вы пытаетесь сравняться. И этот идеал навязан вам извне, и вы считаете, что, что вы должны быть на него похожи. На самом деле, вам для начала нужно обрести самодостаточность, независимость, понимание своих сильных и слабых сторон, и после грамотно ими оперировать. Вот то, что вам нужно делать. Избавление от комплексов – это возможно, но это процесс. Это серьезный процесс, это серьезная работа над собой. Это разбор, всех ситуаций, которые являются для вас проблемой. Это разбор отношений с людьми, с родителями, с профессиональной деятельностью, с тем, чего хотите вы. Это вопрос личностного роста. Это вопрос социальной роли. Это, по сути, вопрос развития человека. И я надеюсь, что вы поняли. Надеюсь, что вы осознали. Если вам хочется, чтобы в вашей жизни что-то изменилось, нужно работать. Это терапия, терапия с психологом, к сожалению, неоднократная терапия с психологом, но только так можно каждый ваш комплекс, а у вас их как минимум два, а я думаю, что три, потому что проблемы с родителями тоже присутствуют, скорее всего. Нужно разбираться. И по озвученным мной алгоритмам постепенно от комплексов избавляться. То есть, сперва это поиск первичной ситуации, когда вы испытывали сильнейшее потрясение, связанное, например, с грудью, или с кривыми зубами, или с прыщами. И дальше то, что я вам говорил. Повторяться не буду. Вот так нужно с вами работать. Хотите вы работать, тогда у вас получится избавиться от комплексов. Ну, а если вы считаете, что в рамках одного ответа вам можно помочь, то тогда вы, конечно же, вряд ли измените свою ситуацию к лучшему. И отдельно мне бы хотелось сказать еще так. Вот вы, в принципе, можете сами, если у вас есть хорошие дедуктивные способности, сделать то, что я сказал. То есть сами можете найти эти ситуации, сами можете их заново пережить, сами можете найти их элементы, разбить эти элементы, осознать истинных причинно-следственных связей, на них ориентироваться. Также вам нужно понять, а что страшного будет, например, если, если вы действительно пройдете по улице, там, в магазин. Также вам нужно избавиться от некого эгоцентризма, потому что вы считаете, что все смотрят на вас, все думают о вас и обсуждают вас. Может быть, это потребность во внимании, которую, опять-таки, не додали вам ваши родители. И это такая вот немного странная форма восполнения этого внимания.
Также неплохо бы вам понять, как работает общество, как работают общественные взаимоотношения. Понять, что людям по большому счету все равно, кто вы, и что они не обращают на вас внимания. Понять, что люди часто говорят плохие вещи не потому, что они вас хотят обидеть, а потому что у них внутри есть свои проблемы. Они эти проблемы проецируют на вас, вы чувствуете себя задетой, потому что то, что они говорят вам, находит отклик у вас в душе, и вот то, что находит отклик в душе, нужно разбирать. Это истина. Либо вы это принимаете и делаете частью себя самой, либо вы это исправляете. Либо вы с этим работаете, либо вы становитесь лучше. Что делать, решать вам, тут помочь именно в принятии решения нельзя. Ну, что еще добавить? Пожалуй, ничего, на этом можно закончить. Надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.